Всем большой привет! Сегодня хочу вам показать свой последний, крайний заказ в 2017 году по каталогу Faberlic. Перед вами лежит уже красивый новый. Он будет действовать с 1 января по 21 января. В общем, да, скоро Новый год. Осталось буквально прям чуть-чуть. И мы его уже будем праздновать, собираться у елочки, кушать оливье, ну и так далее. Все строго по списку. Хотя, мне кажется, что с каждым годом тех людей, кто традиционно как-то отмечает, становится все меньше. Все пытаются что-то новое придумать, уйти от традиций. Ну, в общем, ладно, об этом можно долго рассуждать. Вернемся к заказу Faberlic. Покажу вам сначала все товары, потом скажу, сколько стоит. Я завязала с этим вот поиском цен во время записи видео, после каждого продукта. В общем-то, долго и бессмысленно. Такой полуновогодний. Тут будут и фавориты, и новогодние новиночки. Первое, давайте по фаворитам. Мыло для кухни с цитрусовым ароматом. Вот только не могу вспомнить, заказывала ли я именно этот аромат. То, что я беру уже раз 15, это мыло, это точно. Мне очень нравится с яблочным ароматом. А вот цитрусовый не могу вспомнить, был у нас, не был. Ну, в любом случае, мыло очень крутое для кухни, оно очень мягкое, руки не сушат, аромат у него не навязчивый, не сильный, не забивает, не перебивает. Потому что, ну, не знаю, вот когда, перед тем, как, не знаю, покушать, или когда я готовлю, мне не нравится, чтобы сильно чем-то пахло, какие-то были отдушки. Здесь она такая, знаете, нейтральная и навязчивая. Вот, ну, мне нравится, уже вы поняли, что это такой наш фаворит. Следующий это дезодорант «Комфорт льна». Брала до этого с другими отдушками. Дезодорант неплохой, приятный, тоже у него нейтральный аромат. Ну, такой на каждый день, если вы знаете, что вам не предстоит каких-то сильных физических нагрузок, то это самое то. На каждый день прям вот классно. Стоит недорого. Далее, что по фаворитам. Ой, ну куда все это уезжает? Влажные салфетки универсальные, дом Faberlic. Миллион раз они были, вся моя семья им пользуется. Но на самом деле удобно. Быстренько использовали, сразу выкинули, протереть пыль. Ну вот самое то. Мне очень нравится. Ну плюс еще антибактериальные компоненты. Не знаю, я реально ими пыль вытираю. И вот все подряд. И пол могу, что угодно. Дальше из серии My Honey. Там вообще был набор, насколько я помню, крем для рук и жидкое мыло для рук. Но я решила, что это как-то не очень интересно, и взяла вместо этого медовый скраб для тела. Этот крем для рук очень любят моя мама и папа. Они прям вот говорят, что он очень круто работает. Я тоже пробовала. И аромат приятный. То есть, знаете, я аромат меда не сильно люблю, хотя мед есть я люблю. Но именно вот такая прям сильная душка. Нет. Здесь она нежная, приятная и даже, ну, что-то, может быть, медово-цветочное, как будто. А вот скраб вообще еще ни разу не пробовала. Для меня это прям новиночка. Так. Все. Фавориты у нас закончились. Или то, что я пробовала. Теперь идут новинки. Интересные новинки. Первое, я взяла такой подарочный набор. Очень приятный и красиво упакован. Опять-таки, несмотря на свою очень низкую цену, все пришло прекрасно, ничего нигде не помято. Честно говоря, в магазинах обычно более все такое, все, знаете, бывает помятое, пожеванное. Думаешь, господи, ну вроде в магазине стоит. Все чистенько, все аккуратненько, все красиво запаковано. И картонная упаковка, еще и слюда. Здесь крем для рук и гель для душа. Классная серия, приятно пахнет, понравится, я думаю, что многим такой аромат, он абсолютно ненавязчивый. Такой, знаете, ягодки с кислинкой. Мне кажется, шикарный подарок, ну, как бы дополнение к подарку, почему бы и нет. И цена тоже приятная, но мы к этому... А, вот я прям вижу даже, 199 рублей стоит со скидкой 159 рублей. Два средства, мне кажется, супер. И я решила заказать посуду. Я давно не смотрела, все думала брать, не брать. Но все-таки решила, что очень мне хочется. Это зимняя коллекция 2017 года. Я взяла первое, это была кружечка. Все тоже, кстати, очень аккуратненько упаковано. В белые коробочки. Ну, даже если на подарок. Дальше все идет в пупырки. Все как надо. Я взяла такую кружечку.
Мне она очень-очень понравилась. Она, знаете, как будто не в кружеве, а... Ну, не знаю, вот эта отделка мне прям нравится. Красиво. И ручка красивая, удобная. В общем, буду из нее пить чай. Дома кофе я как-то не часто пью. И второе, это салатник средний. Мне на картинке вообще казалось... Я не... Там были написаны сантиметры, но я не измеряла. Мне просто казалось, что, наверное, он чуть побольше будет. Но я понимала, что он не может быть огромным. Там есть маленький, средний и большой. Но маленький, видимо, вообще, знаете, как для жульенчика, такая маленькая мисочка. Вот салатничек. Ну, небольшой такой, знаете, на какой-то... Я не знаю, на маленькую семью, может быть, там на двоих. Или какие-то салаты бывают, которые вы мало готовите. Типа, знаете, мне кажется, немного всегда готовят, когда морковка, сыр и чеснок с майонезом, да, вот такой, ну, как замазочный такой салат. Мне кажется, его немного всегда делают, вот это идеальная форма. Ну, в общем, все красиво, все аккуратно, все прям ровненько, гладенько. Здесь написано «Дом Фаберлик». Я прям очень довольна. Это был, кстати, последний товар, который я купила. Сейчас вам расскажу, что было по ценам. Говорю без скидки, обычная стандартная цена. А скидка у меня идет, потому что я оформлена там как, ну, представитель. В общем, влажные салфетки 99 рублей, мыло для кухни 89 рублей, кружка 349 рублей, салатник 449 рублей. Мне кажется, для него это хорошая цена, потому что сейчас посуда стоит очень дорого, и тем более здесь все так прям аккуратненько, так здорово сделано. Главное не разбить. Так, поставим. Значит, дезодорант 79 рублей, подарочный набор 199 рублей. Ой, я же еще заказала два пакетика подарочных. Маленький пакетик. Ой, сейчас поверну. Маленький пакетик. Такой, мне кажется, праздничный. Золото, белое, черное. Стильный пакетик и побольше. То есть, это, наверное, S-ка и M-ка у меня. Да, S-ка стоит 25 рублей, M-ка 30 рублей. Медовый скраб 159 рублей. Крем для рук 109 рублей. Вот и весь мой заказик. Решила в этот раз немного брать. То есть, реально, то, что вот закончилось, что нужно было. Типа там крема для рук, салфеток, мыло. Ну и что-то вот новенькое в виде посуды. Ну и, конечно, без подарочного набора как? Как? Сейчас готовимся к Новому году, все активно. Тем более, обязательно что должно быть в запасе. Не знаешь, с кем-то вдруг встретишься на Новый год. Может быть, с теми людьми, которых там давно не видел. У меня есть такие подруги, которых я могу годами не видеть, но это не мешает нашему общению. Ну вот вдруг все-таки увижусь с кем-то из тех самых подружечек, которые пропали куда-то. Я думаю, что это не последнее видео в этом году. Еще хочу снять пустые баночки и фавориты 2017 года. Так что пишите, пишите, как вы готовитесь. Может быть, тоже делали последний заказ в Фаберлик по этому последнему каталогу. Мне будет интересно почитать. Всем пока!